думаю, вы 3 дня здесь слушали канонаду и плюс попадало куда-то рядом, да, я так понимаю? Попадало, соседнего дома он нету. Все, можно ехать? Да, пожалуйста. С Богом, спасибо. Нет, четко так видно. Один, другий, третій, якраз. Ми у селищі Тоненькому, що біля Донецького аеропорту. Тут залишилося дуже багато порушених будівель та автомобілів, а місцеві жителі майже повністю звідси пішли. Вон, 3 вистріли. Ось тут на цьому самому пустирі багато вистрілів. І ось з тієї сторони, бачите вам? Ось з тієї сторони, на тому березі. Ага. Так? Тобто чорна така пляма. Так, ну видно на снігу, після свіжого снігу, коли обстріли, так тут добре його. Ми благодійна організація «Патріоти України» з Хмельницького. Ми їздимо по всій передовій. Раз в неділю ми завозимо, що потрібно. Що бракує зараз в основному на передовій? Техніки. Військової. Так, військової, хорошої техніки бракує. Все решта волонтери вже забезпечили. Повністю, так. Розкажіть, що розповідав вам про сектор «Патріот» останні 2 дні? Ну що, пекло. Були в пеклі вони. У них втрати поранені є? Втрати... Поранених, здається, за 2 дні в них 18 чоловік поранених. Тільки в правому секторі? Да. Нет. Чого? Чого приїжджаєте? Очень небезпечно. А где конкретно? На окраине Тоненького? Или... Сейчас просто раненых будут вывозить на другую сторону, и мы перемещаемся туда. Скільки там поранених? Сколько убитых? Ну, приблизительно. Когда? За какой промежуток? Ну, зараз там знаходиться. Я маю на увазі... Сейчас там раненых нету, всех эвакуировали полностью. Поэтому мы пустые идем, с прикрывающими. С аэропорта едем. Скажите, пожалуйста, а что там в аэропорту, где наши находятся? Где сепаратисты находятся? Есть ли там русские танки? То есть это... Да. Мы ничего не знаем, нет информации. Какие сепаратисты? Что вы говорите? Тут русские, одни русские только. Одни русские? Ну как куда? Тяжелые артиллерийные танки. Сепаратисты, там высшего образования нету, они не знают, как машину завести. Без ключа. Вы говорите, они на танках ездят. Это наши, да? Это мы. Через 2 минуты двоих возле меня разорвало. А с утра уже прошла информация, что радиоперехват, что они русские, отказываются воевать, ехать на аэропорт. 2 автобуса и машина уходила в сторону России. Там блокпосты есть. Один блокпост остался, проект вытеснили. Потом ребята в этот момент начали вызывать артиллерию уже на себя. Они вызвали артиллерию на себя и... Тем самым пошел штурм. А где ребята находились? В терминале. В новом? Да. Угу. Там находились одни на вышке диспетчерской, ту, которую, говорят, завалили. Там были ребята мои на пожарке, это между терминалом и диспетчерской вышкой, и на вышке находились. Угу. Соответственно, их начали оттеснять, когда это пошло, захватили много объектов, и сейчас тоже работают ребята, он постоянно захват, оттесняют их подальше. А на сегодняшний момент наши где находятся, где они находятся? Наши продвинулись на очень много вперед от терминала, угу. 2-3 километра примерно, точно вам не скажу, потому что визуально... В какую сторону они подвинулись? В сторону Донецка, оттесняем.